Нет, не туда. А, еще упасть. Да, 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 еще на один. И вот сейчас перепрыгну. Я манал, Эдисон, ты делаешь непроходимые испытания, я тебе говорю. Я тебе 100% говорю, я вам... Вы видели, как я это проходил. Если бы он мне не дал подсказки, если бы он мне каждое... Подожди, ладно, подсказки. Если бы он мне каждое действие не говорил, как делать, я бы никогда в жизни это не... Всё, Эдисон, ты вообще, ты охренел. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать прятаться друг от друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга прятки, только благодаря вам мы и продолжаем их снимать. А еще у нас для вас маленький сюрпризик, да, Эдисон? Да, ребята, сегодня мы будем прятаться вверх ногами. Это будет что-то необычное в нашей рубрике троллинг прятки. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать, конечно, ставьте огромные пальцы вверх и давайте наберем как можно больше лайков, если вы хотите продолжения, если вы хотите больше серий троллинг-пряток. Жека, куда бежать? Подожди. Я побежал, я бегу. Жека, куда бежать? Я не понимаю, куда я бегу, но я куда-то бегу. А вот мы так будем прятаться и так будем искать. Вообще, что-то непонятное, на самом деле. Да. Да, ребята, это на самом деле будет очень даже сложно, потому что искать и прятаться вверх ногами — это что-то нереальное на самом деле, да. А поэтому нереально. Если я заговорил про нереальное, то смотрите, что я построил у Жеки. Это мир пони, единорогов, радуги, где единорог хавает радугу и сразу же ее выкакивает. У нас тут летающие острова, у нас тут поляна тортиков, фруктов, пироженок и многое другое. Также, ребята, у нас тут есть волшебные грибочки. Будем их называть вот так. А я тут спрячусь, и Жека меня будет искать вот в этом уже необычном мире вверх ногами. То есть, ребята, вы сами сейчас ее посмотрите, как это будет. А мы сначала давайте потопаем к Жеке, пройдем его карту, и потом уже вернемся на мою. Поэтому давайте, погнали. Эдисон, давай, проходи. Если вы, ребята, вы не поняли, да, вот для моих зрителей объясняю, Эдисон сейчас все вверх ногами. Помогите, где я, Жека, как тебя искать, у меня такой вопрос. Я не знаю, Эдисон, ищи, я буду тебя ждать, давай. Ребят, это нереально на самом деле, я надеюсь, что тут не прям какая-то супер сложная карта, потому что я ничего не понимаю, Жека. Эдисон, я тебе просто клянусь, я строил карту максимально легкой, чтобы тебе было не прямо сложно меня искать. Да я понимаю, я что все не прекрасно сложно, понимаю. Только я тоже не понимаю, на самом деле, где я и что это вообще за карта, поэтому как-то немного сложновато. Ты находишься на стройке, поэтому будь осторожен, тут ничего, вообще все не достроено, понимаешь? Это стройка, я думал, дурдом какой-то, ну хорошо. Так, ну давай, давай, ищи. Да ищи. Куда, давай, я не знаю, где я сам себя ищу, Жека, а не то, что тебя искать. А ты вот сейчас вот яму залез, там посмотрел что-то, может там тоже что-то есть, нет? Нет, я вообще не знаю, куда мне еще смотреть, Жека, честное слово. Ну, я тоже не знаю, если давай, ищи меня, ищи, я пока тебя посижу, подожду. Да ты да, жди, конечно, так, и тут у нас НПСы, да, бегают, как я вижу, НПСы бегают. Да, наверное. И тут у нас еще НПСики, да, бегают? Так, хорошо. Да. Ой, ёханый бабай, Жека. Я тебе скажу, тут всего два НПСа, которые бегают, и это НПСы, забей, это не я. Ага, это НПС, ну хорошо, спасибо за подсказочку. Так, Жека, да еще одну подсказочку, то я сейчас рипнусь, честно. А, ну хорошо, я с ума сойду, честно. Не, на самом деле, Эдисон, давай, еще ищи, у тебя время-то есть. Ты так прикольно ходишь, знаешь, как немножко пьяный, немножечко. Да ладно, немножко пьяный. Да не... Ой, а что у меня дропнулось, Жека, поставь геймрул, пожалуйста. Да я что заметил, что ты как-то очень мало NPC убил, вот прям. Да ладно, прям... да ладно, не может быть, я просто даже не знаю, где тут NPC как бы бегают, Жека. Я понимаю, я сам не знаю, как насколько это сложно, пока не попробую. Ты понимаешь, что, Жека, вот суть. Я в люк не могу залезть, ты понимаешь, я в люк не могу залезть. Вот залез, нормально. Вот залез, так. Погрузился во тьму. Ой. Так, ага. Да, подожди, так, что-то непонятно. Где? Да, Жека, все, давай, это первая и последняя серия, когда мы делаем такую фигню, я не понимаю, ну, где да, мы. Да, это челлендж, то есть мы будем каждый раз менять челленджи, если будем, наверное, 15 тысяч лайков под нашей серией. Да, да, все верно, компаньон, но... так, хорошо. Я так думаю, я так предполагаю, то, что вы спрятались вот тут, да, компаньон? Ну попробуйте, компаньон, мне найти. Почему мы общаемся с тобой как сумасшедших ученых? Ну, ладно. Давай, не смещи. Потому что мы после этого точно сумасшедшими станем. Так, ну, подожди, где я? Где я?
Подожди. Эльсам потерялся в четырех стенах, это нормально, ребята. Да. Я ничего не понимаю, ребята, где я? Так. Ну я выход нашел куда-то. Куда? Нифига ты жесткий. Куда я выход нашел? Нифига ты жесткий, Эльсам. Где помочь? Убейте меня, убейте меня, пожалуйста, Жека. Ну, ты это не... Хорошо, для тебя подсказка. Ты движешься в правильном направлении. Это нереально. Это невозможно. Жека, я... Ты выше еще залезть? Я куда знаю. Выше? Куда выше? Я вообще непонятно, где я, чё я. Жека, не пожалуйста. Да я не знаю, где ты я. Ты так правильно шел, понимаешь? И что-то ты как-то неправильно пошел. Что-то полез, пополз. Да куда пополз? Давай, Эдисон, забирайся выше, тебе нужно выше. Куда еще выше? А где выше, а где я? Подожди, а это я ниже или это я выше забираю сейчас? Это ты сейчас, по-моему, чуть-чуть пониже залез. Я ничего не понимаю, со мной. Жек, убей меня, пожалуйста. Я не знаю, где я. Это нечестно, это вообще невозможно. Не, я понимаю, это очень сложно. Ладно, если ты потерялся, мне четырех сможет. Куда-то полез, смотри, полез. Куда? Куда идея, Жек, дай подсказку. Ты сейчас чуть повыше, давай. Скажи мне, давай подсказочки, а то мы реально так друг друга будем часто. Ну давай, выше, я тебе говорю, выше, залезай. Куда еще выше? Вот сюда. Вот, давай, молодец, да, молодец. А, то есть я правильно иду, да? Ну да, я просто ник не вижу, поэтому очень сложно как бы тебе говорить. Я прям тоже, очень сложно. Я тоже ничего не вижу, на самом деле. Поэтому я тебя даже пускать не могу, я тебя даже не вижу. Вот, я как бы... Так, хорошо. Name high, да, нужно? Name show, да, надо? А, да, ну ты пропиши. Вот, видишь, теперь я тебя вижу, да? Угу, да, теперь ты меня видишь. И где ты? До этого тебя не видел. Ползет. Это ты, Жека, да? Это ты. Да нет, что-то не бьется, не писит, не я. Да, ну, может у тебя геймод просто, понимаешь? Да может, нет, у тебя геймода нет. Жека, я не понимаю, у нас серия так будет час идти, честное слово. Я не понимаю, где ты. Я не понимаю, где ты. Ты не проиграл, реально, очень сложно, Эдисон. Вот я, видишь меня? Вот да, ты сейчас смотришь на меня, привет. Охренеть. Это, подожди, дай я выключу вот эту туфту. Ой, на самом деле... Не, все, в жопу ваши челленджи, я не хочу с вами играться, Евгений. Ну, Эдисон, ты как бы понимаешь, сейчас я буду страдать. Сейчас буду страдать. Ребят, я даже не знаю, это просто дурдом какой-то. Хорошо, Жек, сейчас ты на себе прочувствуешь. Иди прячься, я готов. Что это такое? Ну, что Евгений? Эдисон, мне уже непривычно, что у меня меч находится в правом верхнем углу. Под камерой, что самое главное. Да, и причем даже не видно. Это, да, короче, спаунпоинт поставлю. Спаунпоинт, да, ты поставь. Эдисон, а что это у тебя за наркомания? Мне и так наркомания на экране. А у меня тут единороги, радуга, волшебная поляна с тортиками. Жек, у меня тут много всего. В общем, тебе надо меня найти. Вот в чем суть, понимаешь? Ага, яйцо, так как сейчас главное по нему попасть, подожди. Я что-то не попадаю. Не попадаю, или это ты просто косой какой-то, не можешь попасть. Я не знаю. Я тоже не понимаю, Жека. А, Эдисон, это сложно. Да ладно. Это еще, подожди. Это еще у меня открытое пространство. То есть у меня тут нету четырех стен. Да, паскуда. Не запутаешься. Че, он не бьется, у меня такой вопрос. Не знаю. Может это просто ты не попадаешь на самом деле. Ага, волк, я его даже не заметил. Он прям передо мной был, я его не заметил. Так, хорошо, подожди. Я справлюсь, ребят. Да, все нормально, Жека, все нормально. Ты 100% справишься, я уверен. Рано или поздно будет все нормально. А ты сегодня нельзя, да, запомнить? Я два блока, я понял. Да ладно. Я показал, что ты один. Так подожди. Мать, как это? Да. Во, запрыгнул. Подожди, сейчас паркур будет. Я вообще сейчас покажу, как это сейчас выглядит со стороны Жека. Вот так это выглядит. Я тоже включил его вверх ногами, я тоже ничего не понимаю. Я потерялся, Эдисон! Эдисон, не, подожди, я не понимаю, как залезть на гриб? Да, ну ты водичку видел? Водичку. Блин, ну ты хочешь сказать, что я сейчас должен вверх ногами по ней залазить? Вверх ногами вниз. А я сейчас залазил вообще, нет? А я не знаю, да, я тебя даже не вижу. Так. А, подожди, вот кажется залазил. Нет, не залазь. Да я не... Эйсон, это невозможно, я не могу по воде залезть. Во-во, я все прекрасно понимаю, Жека, это реально невозможно.
А, ну, то есть по воде нельзя, да, залезть? Нет, вот как, нет, по воде можно, просто ты чё-то не то тыкаешь, клацаешь. Ага, всё, я, кажется, залезаю. Да? Я поднимаюсь! Да, залезаешь, Жека, давай! Я вниз падаю! Вниз падаешь, давай, Жека, давай, так, молодец. Ага, и ага, почти. Куда? Нет, где ты, туда. Жека, где ты, давай! Ага, так, я капот залез, мне кажется, сейчас упаду. Да ты не упал, дебил. А вот сейчас падаешь, вы его сейчас падаешь. Нет! Нет! Ты так долго сюда залез. Я тут причем это. Я не смогу снова залезть. Ты тут наркоман местный, ходишь, не понимаешь вообще, где ты. Ой, Жека. Мне нравится. Я полез снова. Дайте хоть подсказку, я правильно делаю, что залезаю сюда? Может, вообще сюда не надо? Ну, ты просто хотя бы на грибочек залезь, который сзади тебя. На грибочек, сзади, сзади тебя. Какой? Гриб... Где? Вот, как, вот, как вот там понять, что сзади? Снизу у тебя сверху. Ну, я не знаю, как тебе. У тебя грибочек. Вот если как-то... А, вот здесь, да? Нет, вот залезаешь по водичке вверх, и там грибочек есть. Еще выше, да? Ага, все, я понял. Вот грибочек, да. Ага, PC не бьется. Ты просто не попадаешь, наверное, косой слишком какой-то, Жека. Подожди, я прям над ним стою. Да, ну хорошо, я тебе дам подсказочку, чтобы ты меня час не искал. Тебе надо забраться на единорога, Жека. Это у нас единорог. Чё? Эдисон, ну это пипец как сложно, это нереально, я так скажу. Это реально все. Да не, тебе туда наверх не надо. Не надо тебе туда наверх. Не. С другой стороны, дам тебе подсказку, с другой стороны. На противоположную сторону карты надо. Вот, да, правильно, вот туда. Вот и сюда, да? Да, вот там, вот где-то вот тут. Через грибочек тебе надо забраться на единорога, Жека. Через грибочек. Молодец, да. Ну, в правильном направлении, давай. Правильно, прыгай, Евгений. Не назад прыгай, а вперед прыгай. Молодец, вот сейчас тебе надо запрыгнуть туда, да. На единорога, вот прямо, да, вот туда. Вот прям сюда? Вот прям на единорога, там выступ есть такой небольшой, 3 блока выступ, единорог, видишь? 3, тут только 2 блока выступ. Вот правильно, только ты не прыгнул, Жека. Я прыгнул. Ну, значит, плохо очень прыгнул. Давай заново, Жека. Я не понимаю. Ну, понимаете, как это пипец? Это нереально сложно. Как мне обратно попасть? Ну, вот, да, как-то туда. Да, все правильно. А, вот, все понял. Тут, да не туда. У меня тут еще много всяких, Жека, ловушек, нычек, но это просто нереально пройти, я согласен. Поэтому я сразу тебе скажу. Я запутался, Эдисон. Я тебе буду... показывать. Контролируй путь. Меня куда, давай. Я буду показывать путь, где я нахожусь. Давай, прямо, забирайся на грибочек, Жека, давай. Пипец, легко сказать, забирайся на грибочек. Забирай, ну, ничего сложного так, там нет. И вот сейчас прыгай на единорога. Куда, где он? Вот там выступ, да, перед тобой, да. Разгон и прыгай, как в обычном майне. Да прыгни ты, ну прыгни, да пробел нажми. Я когда прыгал вверх ногами, я с первого раза запрыгнул туда. Давай, Жека, давай. Еще паркур вверх ногами делать. Это не паркур, это просто перепрыгнуть один блок, Жека. Да как один, там не один блок. Да, я понимаю, что у тебя сейчас в голове чуть-чуть другое там происходит, но это один блок. С какого, с этого блока прыгать или с нижнего? С этого, с верхнего. Вот просто прямо беги, вот прям разгон и беги прямо. Прыгнул я! Ну, хорошо, выключи вот это вверх ногами, просто хотя бы запрыгни этого сраного единорога, Жека. Это просто... Это просто жесть. Давай, вот. Видишь, как это просто? О-о-о! Сейчас включаю. Ой, Жека. Так, ну, Давай. Беги на гриву и на рог, давай. Да. И залазь по лестнице, давай. Эдисон, я тоже на своей карте как бы не терялся в 3 стенах. Знаешь, да. Тут просто тут... Давай, и тут на шифте тебе надо по невидимым блокам пройтись. О, зашиб... Это я должен был как-то без тебя, да, понять? Ну да. Невидимые блоки, да. Вот. Это нереально. Давай, невидимым блоком. Да, не в другую сторону, в другую, развернись. Вот видишь курочку? Курочка, которая прыгает. Видишь курочка? Курочку. Курочку перед тобой, а не снизу. Курочку, вот. А, вот здесь. Вот, видишь курочку? Угу. Вот. Это здрасте. Ты типа, да? Да. Ну подожди. Я еще должен сейчас на дерево запрыгнуть. Да, ну ты дальше двигайся, дальше. Дальше, инвалид, давай.
я буду слепожарый. Давай, дальше, дальше. Нет, нет. Нет, дальше, я скажу. Дальше, Жека. Это не понимаю, где ты. Дальше. Да не бей. Не бей меня! Тебе дальше надо, Жека! Куда дальше? Еще дальше, вот сейчас на. Вот. Да, правильно. Тут на один блок надо упасть вниз, на один блок вниз. Нет, не туда. А, еще упасть. Да, 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 еще на один. И вот сейчас перепрыгну. Я банал, Эдисон, ты делаешь непроходимые испытания, я тебе говорю. Я тебе 100% говорю, вы видели, как я это проходил. Если бы он мне не дал подсказки, если бы он мне каждое... Подожди, ладно, подсказки. Если бы он мне каждое действие не говорил, как делать, я бы никогда в жизни это не... Все, Эдисон, ты вообще, ты охренел. Ты там, ну это понимаете? Ну ты вверх ногами залезь в гриб, перепрыгни на единорога, залезь на его гриб, с гриба перелезь на невидимые блоки, на невидимые блоки на шифте пройди на 500 метров, спрыгни на один блок вниз, потом запрыгни на дерево и пойми, что нужно тебя убить именно курицу, а не других NPC, которые тут до хрена. Эдисон, ты, конечно, псих, я так скажу. Смешно ему. Я весь вспотел, пока это проходил. Давай, заканчивай серию, курица ты тупая. Давай. Я сейчас пресс накачал так, как не знаю, что тут. Подожди, да я тебя как бы тоже не нашел, Жека. Давай начнем с этого. Подожди, у меня нужно было залезть на кран и без всякого паркура просто по крану пройтись. И там я бы лежал. А у тебя промолчился, давай. Ой, господи. Жека, это нереально, да. Но как бы я тебя тоже не нашел, и ты меня не нашел, да? Но я тебе давал подсказки, в принципе, да? Да, да. Ну это ж троллинг прятки, как ты мне говоришь, да? Я тебя затроллил. Ну, ребята, если вы хотите еще больше такой наркоман... Этот дебил, когда я строил, говорил, ты давай, главное, без какого-всякого паркура, как бы там, чтобы не сложно было. Ты сделай, чтобы карта была низкая. Я такой, ну хорошо, все, сейчас поизи чуть сделаем. Ну все, ребят, хватит, Джека. Ребят, ставьте огромные пальцы вверх, если хотите продолжение. Чем больше... Давай наберем... Я больше не буду играть с перевертыми экраном. 15 лайков у меня на видосе, 15 лайков у Жеки на видосе. Да сразу... 50, мне вообще больше. Сразу ходит следующая серия. Я его заставлю, ребят. Я его заставлю играть еще одну серию вверх ногами. Поэтому давайте, ребят, до скорой встречи. Да, вот сразу выбубился, даже сервер закрыл. Все, до свидания. До свидания.